Всем привет, с вами Полтема. В этом видео мы поговорим о увлекательной игре Pixel Heroes. Это аркадный раннер, который вас увлечет на долгое время, это 100%. На главном экране вы можете сразу же нажать на кнопку Play, и мы видим, что в игре имеется несколько миров, которые будут открываться вам по ходу прохождения. Давайте начнем играть с первого. Что касается управления, то наш персонаж бежит сам по себе. Мы только управляем прыжком и выстрелом или броском какого-то оружия, которое имеется у нашего героя. Соответственно, вы должны проходить уровень, избегая все препятствия и убивая всех врагов, которые будут находиться по пути вашего следования. Также не забывайте собирать монетки, потому что они вам пригодятся при покупке различных персонажей, которых здесь очень много. Самое классное, что игра бесплатная, но вы можете играть, не вкладывая никаких денег, потому что, например, открыть всех персонажей можно легко, просто зарабатывая те монетки, которые разбросаны на уровнях. Что сразу хочется отметить, игра бывает очень бесит. То есть у вас может не получаться пройти какой-то определенный момент, и вы все будете пытаться и пытаться его пройти, пока в итоге не пройдете. Но как только вы достигаете чекпоинта, вы можете начать игру с этого момента. Достаточно купить эту возможность за 50 монеток, которые вы опять же можете заработать, просто проходя игру. Ну, либо просто просмотрев рекламу, вы начнете с того места, на котором ваш персонаж умер. Короче говоря, игрушка сделана в лучших традициях аркады, что называется, попробуйте пройти ее полностью. Кстати, проходя какой-то мир, вы открываете Survival Mode, то есть режим выживания, где вы можете просто бежать до бесконечности, и цель это заработать как можно больше очков. Ссылку на Pixel Heroes я оставлю в описании к этому видео, переходите, качайте и попробуйте пройти все миры. Разумеется, с обновлениями разработчики будут добавлять все новые и новые локации. На этом все, ребят, с вами был AppleTeam. Если вам понравилось видео, то оцените его, поделитесь им с другом, подписывайтесь на канал. Не забывайте о яблочках. Пока!